Максим наконец-то счастлив. Он как будто не замечает, что Люба его не любит. Люба мужа ценит, но продолжает думать о Денисе. Сэма теперь мэр, но он собирается баллотироваться на пост губернатора края. Саша недалеко ушел от судьбы своего горя отца. Он такой же игрок, разве что не пьяница. Однажды он проигрывает дом, доставшийся в наследство от деда. Денис уничтожает уже готовый роман, но у Инги на флешке есть копия. Денис вместе с бабушкой, мамой Богдана приезжает в Заозерск на могилу Богдана Ключевского. Он узнает от нее, что Богдан был женихом Юли. Денис уходит из редакции, он не может больше видеть Любу.